«Время чудес» – городская благотворительная акция, которая состоялась в одном из торговых центров заполярной столицы. Жители города не только принимали участие в мастер-классах, но и оказали посильную материальную помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. Веселый яркий праздник для юных северян и их родителей состоялся в одном из торгово-развлекательных центров Мурманска. Интерактивные площадки, аниматоры, для самых маленьких – аквагрим. С номерами перед зрителями выступили творческие коллективы. У организаторов такой акции цель не только подарить праздничное настроение, но и собрать средства для помощи тяжелобольным и нуждающимся в лечении детям. Мы стараемся делать так, чтобы каждая акция она отличалась друг от друга. Поэтому сегодня, в преддверии Нового года, ребята-волонтеры из молодежных центров подготовили различные сувениры и подарки, а жители города Мурманска смогут их приобрести, и вырученные средства пойдут в фонд акции «Помоги спасти жизнь ребенка». Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» действует в Мурманске с 2012 года. В благотворительном проекте принимают участие не только неравнодушные горожане, но и организации и предприятия города. Было собрано больше 14 миллионов рублей. И уже помогли, реальная помощь получена уже 170 детям. Помочь детям можно не только во время праздников. Пластиковые боксы в форме сердца установлены во всех округах города Мурманска. В поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках и торговых центрах.